расскажу, кто у нас следующий. Вы, наверное, уже узнали. Сакмаров Бэнд, и вот Олег Сакмаров. А вы узнали его ти-шорт? Фирменный ти-шорт магазина Дом культуры. Вы все были в магазине Дом культуры? Кто не знает, магазин Дом культуры — это одна из точек лейбла «Геометрия», где можно купить, услышать интересные презентации, купить музыку, выпить, закусить. Я сам там бывал неоднократно в качестве презентера и в качестве гостя, так что очень рекомендую. Вот, значит, пару слов из пресс-релиза про Олега Сакмарова. Он отдал больше 10 лет в группе «Аквариум». Играл в группе «Nautilus Pompilius Jupiter», «Выход» сегодня у нас здесь был. А также сооснователь проекта «Чужие» вместе с Ильей Кормильцевым. В 2004 году к фестивалю, посвященному 15-летию творчества Олега, компания «Геометрия» издала DVD записи самого фестиваля, который также вошел сольный альбом Олега, а также первый изданный альбом группы Сакмаров Бэнд «Шелкопряд». Так что вот, пожалуйста, еще раз напоминаю, что практически все артисты, которые сегодня выступали, представлены на компакт-дисках здесь в фойе. Пожалуйста, приобретайте, редкая возможность. Можно получить автограф, оставить на память, милости просим. Ну что же, дорогие друзья, пока идет последнее приготовление, предоставляю слово, и потом уже концерт Олегу Сакмарову. Олег?